Замена ведущей звездочки на электропиле. На электропиле сильно износилась ведущая звездочка. Купил новую звездочку и установлю ее вместо старой. Для начала мне нужно снять шину и цепь. Ослабляю гайку крепления шины. Ослабляю винт натяжения цепи. Окончательно откручиваю гайку крепления шины и снимаю с электропилы шину вместе с цепью. На следующем этапе мне нужно удалить стопорное кольцо. Для его извлечения я использую маленькую плоскую отвертку. Сняв стопорное кольцо, убираю шайбу и снимаю ведущую звездочку с вала редуктора. Звездочка сильно изношена, и по этой причине я вместо нее установлю новую звездочку и затем соберу электропилу в обратной последовательности. Установив новую звездочку на вал редуктора, устанавливаю за ней круглую плоскую шайбу с диаметром, равным диаметру самой звездочки. Стопорю обе установленные на валу детали стопорным кольцом. Ослабляю винт натяжения цепи. Ставлю на свое место шину с цепью и вручную накручиваю гайку крепления шины. С помощью винта натяжения цепи произвожу натяжку цепи на электропиле и зажимаю шину гайкой крепления шины. Новая звездочка на электропиле установлена, и можно теперь проверить, как электропила работает. Заправляю масляной бачок и проверяю работоспособность пилы.